Вроде как мы перевозим вещи, оставшиеся от капюшона. От этой оккультной дребедени у меня мурашки. Хорошо, что ты нам помогаешь. Спасибо! С радостью. Лишнее оружие на улицах никому не нужно. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить невероятного Человека-паука. Итак, атакуем. Турель в рывке. Ух ты, это круто. Теперь еще одну. Зашибись. И вновь на конвой. О, ящик. Сомнительный какой-то райончик. Так. Так, так, и что это у нас тут такое? Так, понятно. Понятненько. Сейчас мы начнем сбивать этих засранцев. Блин, они конвой мой ломают. Прекрасный конвой. Твари, давай сюда оружие. Сволочуга. Сейчас начнет меня стрелять, засранец. Иди сюда, сволочуга. Вот так. Блин, до половины снесли. Запрыгивай. Остается мне там еще будет чем заняться. Да будет, наверное, ну пол хп у конвоя осталось, ё-моё. Человек-паук, проверь обстановку, будь добр. Окей. Мы начинены взрывчаткой, надо их обезвредить. Ладненько, давайте-ка обезвреживать. Черт возьми, сколько же их там? Явно не одна, я видел. Дребезги. Еще одна. Вот дела. Ух, только забавно, наверху, зачем они ставят бомбы на двигатель? Надо на бензобак ставить, а не на двигатель. Ха! Салют от дружелюбного соседа! Да, именно так. Так, обратненько забираемся. С ума сойти, а? Что, турели опять, что ли? Я планировал напасть, лучше места не найти. Ну да. О, ну отлично. Просто отлично. Выходи, просто отлично. Да что ж такое-то? Парни, кошмар какой-то. Они с оружием или что? Да, они с оружием. Давай сюда мне его. Вот так вот. Ничего. Я еще могу и под зад надать. Нападать вам. Вот так. А, ты без оружия был? Ну и прекрасно. Получай. Паук, можешь передвинуть? Что? Что такое? Ага. Окей. Отлично. Сработано, паучок. Давай, о, боже мой, опять турели. Эти ребята не шутят. Опять турели. Ладно, сейчас мы... Ну, почему я не могу навестись на турель? Почему я не могу навестись на чертову турель? Ну, почему я не могу это сделать? Господи ты, боже мой. Ай, кошмар какой-то. Конвой уезжает. Это факт. Конвой уезжает. О боже ты мой. Машины заминированы. Если рванут. Машины заминированы. Зашибись. Давай, 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 давай. Машину, машину обезвреживать. Боже ты мой. Господи Иисусе. Как же, почему он несется-то? Да почему ты несешься-то? Господи, конвою сейчас конец настанет. Ладно, сейчас попробую турели хотя бы разнести. Так. Может хоть это поможет. Куда ты едешь-то, сумасшедший конвой? Господи боже ты мой. Просто беда какая-то. Просто психи. Чуть-чуть хп совсем осталось. Что? Чья фотография? Мне наплевать. Мне наплевать. Если бы костюм меня полнил, мне бы сказали, правда? Я что, вернулся, что ли? А, он не туда поехал. Лена не туда поехал. Фу! Все готово. 28. Мы проверили музей Кейна. Все чисто. Ну, с ума сойти. Женщина, от которой получили вызов. Клянется, что видела, как туда вломился Человек-паук. Ну, конечно. Запертый, сигнализация не срабатывала. Вас понял, 228. Наверное, начиталось колонки Джейнисона. Музей Кейна. Это рядом. Можно заодно проверить. Репутация у меня и так ниже плинтуса. Не хватало еще обвинений в краже картин. Да, слушайте.
Мне не в краже картин. Перебраться на Гавайи. Мне вот точно не хватает. Так, по-моему, здесь у нас данные вот таким значком обозначаются, которые я могу... Посмотрим, получится ли сфотографировать ее материалы. А, ну да-да-да, точно, точно. Так, надо интуицию уже отключать. Сейчас. Лучше и быть не... Она отличный полицейский. Полезная информация. Да, давайте почитаем, что я там нафоткал. Я не верю в черную магию. Надеюсь, что сила капюшона — это еще одно проявление людей типа Человека-паука. На всякий случай я консультируюсь с экспертом по оккультизму Кассандрой Вебб. Возможно, она просто аферистка, но я должна подстраховаться. Может, болтовня этой странной старухи даст нам факты против него. Капюшон? Капюшон. Подождите-ка, капюшоном называли в самом начале стрелу. Ну, судя по сериалу, стрела. Да. Потом уже его стали называть именно стрелой. Так, пойдемте-ка я. О, ящик. Как круто. Можно устоять? Посмотрю, что она еще приготовила для меня. Так. О, а это что такое? Что-то такое, ребята? Ребята, что такое? Странно. Очень странно. Может, мне наверх? Сейчас посмотрим. Нет, ну вряд ли, конечно, мне наверх. Хотя, кто знает. Да нет. Странно, очень странно. Тогда что же эта метка значит? Без понятия. Ладно, пойдемте на миссию. Она тут 700 метров всего. Сейчас быстро долетим. У-ху! Да, тут срочное у меня вдруг задание. Ладно, я думаю, что ничего страшного не будет, если я быстренько отправлюсь на миссию. Вот так вот. Наверняка стоит бешеные бабки. Грабли убери. Работаем по плану. Ждем паука. Если из-за тебя включится сигнализация и явятся копы, бабки тебя не спасут от Кингпина. Понял? Ага. Заманить меня в ловушку с такими идиотами? Ха, они это серьезно? Кингпин, значит. Ну да, да. Надо избегать камер, или полиция все повесит на меня. А, блин. Посмотрим, что я успею сделать, пока меня не заметили. Так, почитаем, что мне там написал Джеймисон. Паркер, мне сказали, что древняя маска воина, которую Мартин Ли подарил музею, была вывезена из Китая нелегально. В музее нельзя фотографировать, но ты сделаешь для меня снимок. И тут надо еще сигару так пожевать. А? Так, значит, маска, древняя маска воина. Ну ладно, маска так маска, где-то я ее найду. Без понятия, где ее найду. Камеры. А почему именно музей? А, прекрасно. Тут так скучно, как будто я опять в школе. А что, в колонии устраивают походы по музеям? Эй, закрой рот и займись делом. Дамочка сказала идти в музей, значит идем в музей. В музеях есть что украсть. Отлично. Так, кажется, я уже прекрасно знаю, кого найду. Кого же мы найдем? Я надеюсь, я очень надеюсь. Парк, я его видел! Я очень надеюсь! Господи боже ты мой! Да, почему он меня заметил? Ну уж хрен это вообще! Гадство! Он просто посмотрел на стену и заметил меня, сволочь! Почему? Почему камера отморозилась, я не понял. Или это другая камера? Знаете, я очень надеюсь, что это другая камера. Почему мы должны драться с пауком? У Кингпина же есть люди, ну, подходящие весовой категории! Ну да, эй, да. У Кингпина есть план, и он нас пока не подводил. Хочешь с ним спорить? Валяй, если уж их не дает. Я надеюсь, что камеры будут вырубаться на все время, иначе в этом просто нет никакого смысла. Так. Надо начать уже их вырубать. Но я никак не могу найти подходящие места для этого. Хотя вот камеры я уже... некоторые повырубал. Так. Автонаведение, конечно, меня немного иногда вымораживает. Там, вон там!
Да где вон там? Нет меня здесь. Нету. О, я спрятался. Да, прикольно, я спрятался здесь. Так. Оп! Хе-хе-хе-хе-хе. Засранчик. Так, аудиожурнал, да? Ну, давайте послушаем. Итак, пришло время действовать или умереть. В буквальном смысле. Или умрет паук, или я. А он не пускает слов на ветер. Он сможет достать меня где угодно. Они не напрасно называют его Кингпин. Он управляется с этим городом, как виртуоз со скрипкой. Смирись, Фелиция. Никому ты не нужна. Должна сама о себе позаботиться. Сделай всего одну вещь, и получишь все блага. Ну, не знаю, Фелиция, не знаю. Ой-ой-ой-ой. Как они тут осматривают-то все, засранцы. Так, а что, если быстренько подойти к нему? Оп! Да, иди сюда, говнюк. Они вот такие так милые, когда спят. Да. Вот такая вот фишка, конечно, у Человека-паука, то, что вот он юморной парень. Да. Юморной паренек. Хотя есть и другие марвеловские юморные персонажи. Сегодня мне везет. Но он один из них. У него другой стиль. У него не безумный стиль, но, конечно, Дэдпул. Поработал над собой? О! Фелиция! Ничего себе! Почему-то я не удивлен. О, неужели наши отношения стали предсказуемыми? Так, отлично, я апнулся. Иди сюда, парень. Я ожидал от тебя большего, Фелиция. А чем мне заниматься? Пойти в продавцы? В магазине обуви таких красавцев в облегающих костюмах не встретишь. Мы могли бы спать вместе. То есть, работать вместе. Ты бы бросила свои дела и сражалась с преступниками. Тебе бы тоже не мешало попробовать. Как знать, вдруг тебе понравится шалить. Но, Фелиция, работать на Кингпина? Организованная преступность? Ты выше этого. Ты не представляешь, каких высот я достигла. Ох, Фелиция, Фелиция. Не стоит все-таки работать на этого засранца. Так, ага, понятно. Вот этот гад, походу, который меня спалил. Сволочь такая. Да, вот здесь вот особая запара с этими чуваками. Вижу паука! О, черт! Что такое? Господи ты боже, твоя ты мой! Маска меня пугает. Да, да, да. Ну не пугает, так не пугает, ладно. Засранцы, заметили меня. И все, главное, активизировались. Фигово. Так, а где этот чувак-то? А, он где-то совсем уж внизу. Ладно, может, вот сейчас за ним схожу. Раз уж он там один-одинёшенек такой бедный, несчастный. Вот так, прекрасно. Не то, что ты плохо работал, хотя так и есть. Ну да. Икс. А, блин, засранцы. Чуть не заметили. Что? Кис-кис? Пошел ты. Кис-кис, будешь кому-нибудь другому парни, говорить. Я его видел. Оба! Сегодня я выучил ценный урок. Бить злодеев по лицу. А, нет, ну не в спину же, блин! Не в спину же, засранец! Мы не подписывались драться с пауком без давай тебя. Сюда! Ты обещал нам помочь! Пусть это станет для вас уроком, парни. Если в женщине для вас главное, как на ней сидит костюм кошки, вас ждет разочарование. Я бы хотел поступить правильно, но твоя репутация говорит за себя. Паучок, паучок. Он не низок, не высок. Он же просто паучок, который всех... Тут люди работают. Всех приклеивает. Вот и все. Ты последний засранец.
А? Киса? Я должна была отсидеть свой срок как паинька и выйти сморщенной старушкой? Я так не считаю. Значит, из тюрьмы тебя вытащил Кингпин? Какой же силой он обладает? Вот к чему все сводится, правда? Сила. Его, твоя и моя. Ох, ёлки-палки! Ничего себе! Опа! Похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так вот, она ошиблась. Ах ты, маленькая засранка. Ничего, посмотрим, что будешь делать против паутинки. Не люблю тебя, не люблю. Буду бить тебя. Бить. ББПЕ. ББПЕ. Ах ты. Что делаешь-то? Ты такой милый, когда смущаешься. Пошла ты, я тебя вижу. Внимательно. А? Не ожидала, засранка? Вот так вот. А, ты. Вот и все. А чёрт. Вот теперь все по-взрослому. По-взрослому? Сейчас иди я тебе устрою по-взрослому. Иди к папочке. Блин. Я уже да говорю, вижу я тебя, вижу, вижу. Смотреть. Вижу я, вижу тебя. А, блин. Надо бы мне, правда, подлечиться, слушайте. Она меня неплохо, совсем неплохо. А приходовала, блин! Как же ты так сделала-то? Откуда ты взялась? Да, ах ты гадина, не дает мне лечиться. Что ж такое? Да блин, ну что это за фигня? Что это за отстой? Я хочу вылечиться. Обалдеть, ну вы посмотрите. Летит из ниоткуда и бьет меня. Ладно, хорошо, я встану здесь. Попробуй здесь меня ударить. Она через стену меня бьет. Просто пролетает через стену. Да ну, пошла ты, короче, куда подальше. Не, она меня сольет сейчас, по-любому. По-любому она меня сейчас сольет. Ну да и ладно. Ну да и ладно. В следующий раз ее добьем. Ах ты, блин, зараза. Ненавижу тебя, глупая девка. Отстань от меня. Мне нравится наблюдать, как ты входишь в комнату. А еще больше, как выходишь. Ну что это такое, а? Не дает совсем лечиться. Просто гадство какое-то. Ладно, где она там? А, прям надо мной. Ладно, хорошо. Сейчас мы куда-нибудь наверх даже присядем. Сядем куда-нибудь. А, ага! Сегодня я выучил ценный урок. Получай. Бить злодеев по лицу весело. Вот так. Вот так, засранка. А, черт. Ковнючка. Достала меня. Теперь я знаю, как чувствует себя остальное. Паутина, делай свое дело. Иди сюда, мелкая ковнючка. Вот так вот тебе по роже. А-та-та-та-та. Не получится, не получится. Не получится. А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Где ты там? Фу, достала. Достала. Ух, ёлки-палки. Контрудар. Да ладно, это розыгрыш, да? А где скрытая камера? Ну, где она там? Да сколько ж можно уже с ней возиться? Как же ты меня достала-то, девка? Еще чуть-чуть. Иди сюда, да. Фу. Задолбала. Тебе это не по душе, Фелиция. Скажи, что он с тобой сделал? Меня перевели в Рейвенкрофт. И ко мне пришел Кингпин. Позволь уточнить. Мы говорим о Уилсоне Фиске. Ну да. Он знал, как я мечтаю обрести силу. И мог мне ее предложить. И ты была у него в долгу. Так всегда бывает, правда? Доктора проводили опыты, они говорили... Сборка ДНК, скрещивание... Межвидовая генетика? Ты знала, к чему это приводит? Почему ты на это согласилась? Какой же ты глупый. Все это ради тебя. Чтобы стать такой, как ты. Чтобы мы могли быть вместе. Но потом Кингпин приказал убить тебя. Или умереть. Я не смогла. Я не могу. Фелиция, я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Мне не нужно твое лицо, только губы. Я могу тебе помочь.
защита свидетелей, новая жизнь, никакого Кингпина. И... может быть, наступит день, и мы узнаем друг друга как нормальные люди. А я не хочу жить как нормальные люди. Давай сбежим вместе в какую-нибудь экзотическую страну. С нашей силой заживем как короли. Приключения, эмоции, романтика. И тебе это совершенно не нравится? Нет, просто у меня есть обязанности. Значит, меня они не касаются. Обо мне не беспокойся. Я с мишенью на спине неплохо живу. Я не могу тебя отпустить. Фиск купил слишком много копов. Если меня арестуют, мне конец. Я бы так с тобой не поступила, значит, и ты не поступишь. А если вдруг решишь немного повеселиться, разыщи меня. Филипп, стой! Картина ясна. Фиск убирает всех противников с помощью спецгруппы по борьбе с преступностью и становится кингпином, а народ его благодарит. Он выписывает пару чеков, и все закрывают глаза. Но дело не только в спецгруппе. Я тоже нейтрализовал его врагов. А кое-кто наводил меня на них. Крейвен Охотник. Я этого так не оставлю. Нужно узнать больше. Нужна служебная информация о Фиске. И один мой друг может ее достать. Наверное, как раз полицейская. Ну, честно сказать, отношения у паука с кошкой, ну, прям такие же, как и у Бэтмена с кошкой. Такое мог сотворить только реально больной человек. Так, и что же тут случилось-то? Что мне надо сфоткать? СК, что ли, опять? Это же уже как бы все, прошлая тема. Хороший снимок. Так, думаю, Гарри знает о Фиске больше всех. Полный псих. Мне было лет 6. Я увидел собаку, которую только что сбила машина. Что-то в ее взгляде завораживало меня. Что видела эта собака в момент смерти? Я хотел это знать. Я должен был это узнать. Моя бабуля была старенькая. Все равно долго бы не протянула. Я ей немного помог. Столкнул с лестницы. Но когда я к ней подбежал, она уже была мертва. Тогда я решил, что должен сделать это снова. Какой же ты сумасшедший сукин сын, а? Вот псих, а? Вот псих. Интересно, на что жаловался Джона Джеймисон, пока не появился я? На дорожные пробки? Мне надо пойти пару преступлений раскрыть. Потому что рейтинг не на фул. Это плохо для моей репутации. Да, это паучок. Да, это паучок. Он спешит на помощь. Спешит на помощь, паучок. Сейчас, там какой-то чувак как раз в беде, это легко. Сейчас быстренько себе репутацию поднимем. Героическую. Ага, пожар, авария. Не могу выбраться! Человек-паук! Происходит что-то плохое. Ничего особенного. Старайся меня не задушить, ладно? Хотелось бы мне знать, как спецназ остановит волну преступности, если они все время гоняются за мной. Ну, в общем, да. Да, в этом есть логика. Логика паука. Прекрасно. Слова потрясенной жертвы. Так, знаете что, дорогие друзья, прежде чем отправиться на миссию, я, наверное, сейчас открою карту, и мы... еще один новый костюм. Помимо вот этого, на который я так и не сходил в предыдущей части, у нас появился еще и новый. Ладно, и тут еще срочное преступление, но я туда уже не успею. Так что придется немножко рейтинга потерять. Это не страшно. Я всегда великолепен, но иногда даже великолепнее обычного. О, да. Так, ну вот, уже не успел. Ладно.
Кто-то не хотел, чтобы я отыскал то, что здесь спрятано. Но я невероятно любопытен. Я давненько уже хотел сменить костюмчик. Этот слишком вычурный. Вот. Да и сам паук об этом сказал, когда взял его. Так, что это такое-то? Что это такое? А, ну да, это вентилятор, понятно. Так, 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 здесь у нас какой-то мужичок с ноготок. Надо его оприходовать. Тут народу многовато, кстати. Я тебе зуб выбил, но не переживай, он под подушкой. Многовато народу, я вам скажу. Не нравится мне это. Заметили? Нет, не заметил. У них всегда такой удивленный вид. Нормально, нормально. Блин, когда он апается, я все время пугаюсь. Это все время так неожиданно. Опа, вот и все. Посиди, главное, расслабься. Куда он смотрел? В отключке. Натурально в стену смотрел. Так, полезли. Ага, о, это плохо очень чувак смотрит. Очень-очень плохо. А вот этот идет просто... Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, никого нету! Тебе показалось. Тебе показалось. Вовремя я ушел. Ё-моё, как он меня заметил! Главное, хотел аккуратненько сбоку его так раз. Не, заметил меня как-то. Засранец. Не понял, что такое? Что такое? Заметил, что ли... приклеенного чувака? Походу, да. Блин. Не нравится мне это. Не нравится мне это. О, прекрасно. Успокойся. Все в порядке, все нормально. Блин, этот внутри там где-то засел, засранец. Эй, что с тобой? Да, что с тобой? С ним все нормально, как и с тобой. Отдыхай. Спокойной ночи. Такс, ага, ага. А, плохо, что он перестал. Ну ладно, во, нормально. Отдыхай. И это тоже... Блин, как-то он стоит вот очень неудачно. Давайте-ка я сверху попробую. Сверху попробую его забрать. А, во, прекрасно. Отличненько. Так, сколько у нас там еще осталось-то? Раз, два, три. Трое, да? Прекрасно. Сейчас, может, получится. Нет, этот слишком... слишком далеко. Оп! Готов! О-хо-хо! Круто! Первый раз вижу такую анимацию. Обычно была другая. Так, парень, я думаю, сначала ты. Отлично. Да, об стену. Теперь лупим их об стену. Просто прекрасно. И тебя мы возьмем сверху. Блин, как это звучит-то? Ладно, давай, забирайся. Забираемся и... отлично, просто шикарно. Тебе не больно? Все. Хотя я вспомнил, мне плевать. Крупная победа! И стильная. Ага. Ну, что ж там за костюм? Какой-то зеленый, да, будет сейчас? Ну-ка. О, точно. Зелененький костюмчик. Похож на желтенький, только зелененький. Ну давайте. Там-та-да-дам. Та-да-да-дам. Ха! Круто! Картина ясна. Так, давайте-ка почитаем про костюм. Технология Oscorp, которую я встроил в этот костюм, смахивает на работу Макса Модела из Horizon Labs. Может, когда я закончу учебу, отправлюсь туда работать. А до тех пор немного скрытности мне не помешает. Немного скрытности мне не помешает. А где тут скрытность-то вообще? Да. Радиус устранения. О, интересно. Радиус интуиции и скрытность. Ну... погуляем с... О, 11500 у меня уже! Вау, нифига себе, дорогие друзья, вот это круто. Что такое острота? Благодаря усиленным тренировкам Человек-паук может научиться мгновенно распознавать в любом месте предметы, которые можно использовать, технику, аудиозаписи... А, да, хорошая вещь, но... но знаете что?
Что? Что? Что? Что? Здесь есть удар, конечно. Удар интересный. Добавив паутину изъятые... Ага. Сейсмическая паутина, которая взрывается при попадании, оглушая всех врагов в зоне поражения. Даже проворных. Даже проворных. Угу. Скорость у нас здесь. Притягивание действует значительно быстрее. Мне нравится слово «значительно». Сила, да, это хорошо, конечно. Чтобы мне выучить. Острота у нас 3000 стоит. Да, немного. Вот удар бы выучить, наверное, стоило бы мне. Так, а схватить у нас что это такое? Во, вот это я учу, по-любому. Атака в рывке, это круто. Так, а это что такое оглушение? Теперь, изучив ключевые точки давления на теле, Человек-паук, совершая атаку в рывке, сможет отбрасывать и оглушать противников. О, слушайте, я это тоже приобрету. Все. Отлично. Может, мне еще на что-нибудь хватит? 2500, 2500. На что я смогу 2500 потратить? Ни на что. Но я зато прокачал рывок полностью. В общем, да, смотрите-ка, неплохо, неплохо я так вкачиваюсь. Потому что герои меня все время третьего уровня. Всех противников с помощью спецгруппы по борьбе с преступностью и становится кингпином. А народ его благодарит. Он выписывает пару чеков, и все закрывают глаза. Но дело не только в спецгруппе. Я тоже нейтрализовал его врагов. А кое-кто наводил меня на них. Крэйвен Охотник. Эй, паучок! Мне бы сейчас помощь не помешала! Что ж ты тут делаешь-то, а? Кто-то в беде. Что ж ты тут делаешь-то, парень? Как же ты сюда попал-то? Я слишком отдаляюсь от зоны действий. Да я понимаю, мне надо притягивание. Только вот что? Что мне притянуть-то? Нужно вернуться в зону действий. Не понимаю. Что мне нужно здесь притянуть? Так, может быть, наверх залезть? Что ж такое-то, а? А, во! Отлично! Ой. Большая сила. Большая ответственность. Да я понимаю. А, все, все, понятно. Дружеский я думал, надо совет. Вообще отодвинуть еще вниз. Дальше. Все понятно. Первый раз с таким думаю, просто сталкиваюсь. Гарри знает о Фиске больше всех. Гарри Осборн, значит. Да, пристегните понятно. Пролетим над моим прежним участком, а? Ой, немножко застрял. Участком? А ты коп, что ли? То есть на копы не похож. Нет, я же скрытен. Как вы меня заметили? Да. Ну что ж, дорогие друзья. Встретимся мы уже в следующей части, когда направимся к Гарри Осборну и поговорим с ним о Фиске. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.